Здравствуйте, друзья. У нас Bosch стиральная машина пропускает мало воды от такой фирмы. Вот отсюда мало воды идет. Скорее всего, этот накипь набрался. Посмотрим. Сейчас разберем его. Посмотрим. И вот разбирает его следующим методом. Берет вот такой ключ. Вот здесь имеется сзади один саморез. И с этой стороны другой саморез. Я их откручиваю. Я уже открутил. И вот так аккуратно снимаю его. Его убираем в сторонку. Здесь имеются шланги и такие хомуты. Вот эти хомуты стояли здесь. Я их сюда подвинул. Вот, снял раз. Это тоже подвинул сюда. Снял два. Это надо чуть аккуратно. Здесь вода бывает обычно. Это аккуратно его снимаем. Вот третий снял. Шнуры привязанные бывают. Их надо аккуратно отвязать. И то же самым ключом здесь открутить болты. Ну, саморезы. Вот такие саморезы здесь находятся. Вот отсюда раз и два. Открутили. Следующее, мы что мы делаем? Аккуратно вот здесь прижимаем. И сюда.